Игра с классикой далась вам тяжело или нет? Ну, что получалось, что нет? Ну, у нас получалось, наверное, не получалось чуть-чуть командная игра. Была небольшая, наверное. Это не наш мяч. Чуть-чуть. Мы вот так еще не сыгрались, наверное. По чуть-чуть сыграемся. Юра, было много моментов. Это наш мяч, на тебе вот это. Нужно было забивать. Ага. Ну, а так соперник хороший. Спасибо им за достойную такую игру. Это для нас тоже такой урок. Расти выше больше. Ну и тоже, не знаю, совершенствовать что-то. Если взять первый и второй тайм, какой больше понравился для вашей команды? Я думаю, первый тайм тоже... Ну, первый и второй тайм были приблизительно одинаковые. Мы старались, в конце тоже старались до конца играть. В первом тайме что-то получалось, что-то нет. Были ошибки в обороне. Ну, так, я думаю, равная игра, что в первом, что во втором тайме.